Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Лыжня России 2016 стартует в Самаре в День влюбленных. Нормативы ГТО в помощь лыжному марш-броску «Сызрань-Самара». Участники лыжного перехода «Сызрань-Самара» готовятся к экспедиции уже целый месяц. В три этапа сдали нормы ГТО. Плавание, лыжи, метание гранаты, отжимание, пресс, упражнение на гибкость, рывок гири, подтягивание. В результате получили золотые значки и допуск от медкомиссии. В последние 10 дней до старта, он намечен на 19 февраля, команда пройдет инструктаж по выживанию в экстремальных условиях у спасателей. Финиш намечен в Самаре в День защитника Отечества. Непонятно, что будет с погодой. По крайней мере, за две недели гидрометцентр показывает именно 20, 21, 22, 23 понижение температуры до 25, поэтому пока непонятно. Вот, но снаряжение у нас готово, мы сейчас дорабатываем навигацию. Испытать себя еще раз участники марш-броска «Сызрань-Самара» смогут в День Святого Валентина. В воскресенье 14 февраля в областной столице пройдет традиционная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В это же время стартуют еще 72 региона страны. В Самаре забег состоится в спортивном центре «Чайка» на Управленческом. С любителями на старт выйдут и профессионалы, а также ветераны спорта. Кроме медалей, среди всех участников организаторы разыграют специальный приз. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.